Кыргызская, французская, таджикская, узбекская, казахская, русский театр, сокращенно театр, представляет мощный, энергетический, невероятный, более-менее постановка Нотр-Дам-де-Пари. Коротко о сюжете. Этот, который большой спина, любит тот, который это цыганка. А тот другой, который злой, почему-то против. Из-за этого, конечно, конфликт. А в конце там интрига. Где-то в центре города. Наблюдение, смотрим. Кто коней крадет? Это я! Кого сожжет народ? Привет! Катает по руке. Недорого! Купается в реке. Не подсматривать! Это эс! Эстетичная! Это ме! Меркантильная! Это раль! Это раль! Это да! Не всегда! Эсмеральда! Здравствуйте, жители Парижа! Эсмеральда, погадайте мне по руке и скажите, когда я встречу красивую девушку? А зачем мне рука? Я по лицу вижу, что никогда. Смотрите, идет славный инквизитор Фролло! Я инквизитор, мужчина ужасный, я солнечный день превращаю в ненастный. Я даже трезвый держу людей в страхе, а сейчас, если что, я бахну. О, мадемуазель, вашей маме зять не нужен? Нет. Ну тогда... А я слышал, что нельзя убивать людей просто так. Да ладно. Я тоже это слышал. Кто-нибудь еще что-нибудь слышал? А, кажется, моя теща что-то слышала, в паре кварталов отсюда живет, а недалеко здесь. Это ваши личные проблемы, разбирайтесь сами. Да что ты себе позволяешь, мерзкий инквизитор? А, это ты, Эсмеральда. Будь моей. Фроло, но вы мне не нравитесь, вы слишком вспыльчивы. Я не такой. Такой. Не такой. Такой. Да заткнись, ты дура! Не такой. И вообще, у тебя есть два выхода. Либо ты будешь со мной, либо я тебя сожгу. Интересно знать, почему? Я сжигаю всех, кто меня не любит. А, кажется, моя теща вас не любит, она вот здесь вот живет. Пойдемте, я покажу. Отстань, я отстань! Покажу. Глядите, урод идет! Я одинокий, горбатый, звонарь Квазимода. Классный любовник, но это не знает никто. Мало того, что горбом наградила природа, добили родители, имя мне так Квазимода. Фу! Какой ужасный танец! Какая прекрасная женщина! Как ее зовут? Не знаю, когда я проснулся, она уже ушла. Рот закрой, Эсмеральда меня зовут. Девушка, похоже, я в вас влюбился. Что ты о себе возомнил? Я никогда не буду с горбуном. Как же мне завоевать ее сердце? Надо вспомнить слова мудрейшего. Хочешь понравиться женщине? Если она красивая, говори, что ты умная. Если она не очень выглядит, говори красивая. Если не то, и не другое проходит, скажи, как ты похудела? Эсмеральда! Что опять? Как ты похудела? Поехали к тебе! Работает! Квазимода, раньше я смотрела на тебя и думала, фу! А сейчас смотрю и думаю, фу! Эсмеральда, твои волосы прекрасны, как Астана! Твои глаза сверкают, как Алмата! Твой смех, как Шимкен! А давай сегодня встретимся. Я не против. Тогда в 6 в самом красивом месте города. Итак, 6 часов вечера, самое красивое место города.
Да, действительно самое красивое место города. Даже мне трудно разговаривать. Не говори. Ну да ладно, Квазимодо, а давай с тобой убежим на край света, на какой-нибудь необитаемый остров, где никто и никогда не узнает, что я живу с горбуном. Это не горб, это меня астанинский комар укусил. А ты смешной. Я тогда пошел вещи собирать. В рюкзачок? Тоже смешная. Да. Что, КВН-чица, что ли? Эсмеральда, как ты похудела? Второй раз не работает. Зачем ты выбрала этого горбуна? Ведь я, на минуточку, король секса. Король секса на минуточку звучит неубедительно. Да? Да что мы с ней разговариваем? На костер ее! На костер! На костер! На костер! Так, стоять! Что здесь происходит? Если хоть один волос упадет с ее головы, я убью тебя. Ладно, голову ей скотчем обмотайте. Заклинаю тебя, Фроло, не сжигай Эсмеральду. Не сжигай! Не сжигай! Остановитесь! Если хоть кто-нибудь еще скажет слово «не сжигай», я того сожгу. Не сжигай! Вот это точно моя теща! Я иди отсюда! Тогда давай решим все силой. Если выигрываешь ты, так уж и быть, сжигай Эсмеральду. А если выиграю я, мы сожжем тебя. А я так-то посмотрю, ты-то вообще ничем не рискуешь, да? Любимая, я рискую тобой ради нас. Какое у тебя доброе и большое сердце. Ага, аж из спины торчит. Все равно не волнуйся обо мне, Квазимодо. Понимаешь, в детстве бабушка предсказала мне, что я умру лишь тогда, когда кыргызы заберут летний кубок. Серьезно? А что ты молчишь тогда? Стойте, стойте, стойте! Что мы за люди такие, а? Ради какого-то кубка? Готовы живого человека убить. Я умираю. А это значит, что кыргызы вот-вот заберут летний кубок. Бес! Сейчас! Боже мой, какая красота! Я что, уже в раю? Нет, это Астана. Но мы ведь только что были в Париже. Как мы оказались в Астане? Это летний кубок. Никогда не знаешь, куда его перенесут. А почему именно в Астану? Алматинцы с 98-го года задаются этим вопросом. Но неужели такой прекрасный город можно так быстро построить? Конечно, нет. Он еще строится. Я поняла, почему мы в Астане. Астана созвучна со словом «останусь». Ведь каждый, кто сюда приезжал хотя бы раз, всегда хотел остаться навсегда. А теперь финальная песня для тебя, для тебя, для всех вас, мои золотые, кроме тещи. Песня «Мла». Даже Юлий Соломон сейчас такой «Атя!» Но это не точная информация. Давайте делайте красавчики! Много разных есть песен в Казахстане, но одну из них знает весь народ. И пускай сейчас каждый в этом зале с нами в унисон.